Добрый день, коллеги. К сожалению, освещение, естественно, что-то слишком ярко, хоть и затемнились, поэтому лица моего не особо слышно. Самое главное, чтобы было меня не очень видно, но слышно это самое главное. Сразу хочу еще раз попросить, чтобы вопросы вы писали, где знак вопроса, вот этот листик, потому что я по ходу просматриваю, и если это по ходу повествования подходит для ответа, то я стараюсь более точно и пространно ответить. Следующий момент. В октябре запланировано, я сразу же, чтобы вы знали и писали мне, какие темы вас интересуют, но темы такие пока приблизительно я сформулировала. Я поняла, что я ни разу не читала, несмотря на то, что я занималась сексопатологией не один год. И оказывается, мы не говорили с вами о психосексуальном развитии детей и подростков. Тема на данный момент достаточно актуальная, и я думаю, что я сумею как-то раскрыть ее немножко. И вторая тема тоже пока ориентировочно. Это кризисные периоды жизни человека. В большей степени, конечно, мы детство и подростковый возраст с вами затрагиваем. Поэтому, если это действительно интересно, пожалуйста, пишите. Звук есть, он нормальный. Пропадать он может немножко затухать, но полностью вот мы вчера проверяли. Вероятно, все-таки это связано с тем, что как-то передача. Ну и все, тратить больше я времени не буду, все вопросы задавать, я постараюсь максимально на все их ответить. А вот, звук плавает, мы не можем понять, потому что я вышла с другого уже устройства, и все равно, может быть, со связью что-то. Так, значит, уже за это время, уже 2 года почти я веду вебинары, и про аутизм мы будем говорить с вами снова. Но немножко с другой стороны, если кто-то у нас был уже на вебинарах, то я думаю, что вам будет тоже интересно. Значит, начнем мы с медицинских аспектов и дальше продолжим, чем же заканчивается все это. Ну и почему опять аутизм? Ну потому что, к сожалению, я работаю уже почти 20 лет детским психологом, и я вам могу сказать, что, к сожалению, количество детей с расстройствами аутистического спектра возрастает. Это не обязательно тяжелые диагнозы, как синдром Каннера или синдром Аспергера. Дело в том, что это расстройства, которые могут быть именно какие связаны с какими-то определенными ситуациями в жизни ребенка и могут быть приходящими. Звук плавает, понятно. Ну, самое главное, что слышно, сделайте как-то погромче, давайте так. Значит, что такое все-таки аутизм? Как его многие специалисты характеризуют? Все-таки это относится расстройство к психическому спектру. То есть это психическое расстройство, при котором происходит нарушение психологического развития, то есть развития интеллекта, мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения и всего прочего, развитие речевой функции, умение пользоваться речью в общении с другими людьми, выражение своих потребностей и, соответственно, если это достаточно напряжено, то это социальное нарушение социальной адаптации человека. И вот я очень интересные нашла факты, и вот эти не определения, а мнения людей, одна из которых, Темпл Грэндин, это человек, у которого выставлен диагноз аутизм, но с которым она взрослее перестала соглашаться. Она родилась в 1947 году, очень успешный бизнес-вумен, и, соответственно, она достаточно много изнутри знает об аутизме.
она борется с социальной дезадаптацией, которая прежде всего основана на предвзятом отношении к таким людям. Ну и я советую найти ее. У нее много статей, она достаточно публикабельна, и поэтому посмотрите, что она пишет действительно о том состоянии, в котором она пребывает. Гилберг и Питерс – это авторы очень интересных книг про аутизм, и в частности, аутизм, медицинские и педагогические аспекты. Там действительно рассмотрено достаточно подробно, с примерами. Я вам сегодня несколько примеров приведу, очень таких ярких и подходящих к нашей теме. И я думаю, что я отключу видео для того, чтобы хорошо. Соответственно, я по ходу буду вам это приводить. Вы знаете, что аутизм – это проблема серьезная для всего мира. 2 апреля – это Всемирный день распространения информации об аутизме. И, как видите, цифры не очень такие радостные. 1% страдает в той или иной степени. Гарнитуру у меня уже и гарнитуру меняли, и все меняли абсолютно, девочки. Я на эти вопросы, извините, отвечать не буду, потому что будем время тратить. Вот. Дело в том, что 1% от общего количества людей на Земле – это достаточно серьезно. Ну, это такие вот, ну, как плакатики, посмотрите, они достаточно такие информативные. Ну, и переходим к медицинским аспектам. МГБ 10-го пересмотра, она еще, как вам сказать, ну, не действенна, потому что есть международная классификация болезней 11-го пересмотра. Почему я вам включила в презентацию и старую, и новую, чтобы вы посмотрели, насколько за 15 буквально лет изменилось отношение к данному состоянию. И вот мне кажется, что в 11-м пересмотре МКБ там более точно определено, потому что там именно в классификацию включены именно то, что связано с той триадой, которая характерна для этого заболевания. Ну, а вот здесь видите, как было выделено детский аутизм, атипичный аутизм, синдромы и неуточненные, другие и неуточненные. А вот уже в 11-й МКБ триада четко показана, делится на подтипы с указанием наличия или отсутствия интеллектуальных нарушений, указанием способности человека использовать язык, то есть речь в качестве средства для выражения личных потребностей или желаний. Мне привели, сейчас девочка уже в 3-м классе, обучается она, конечно, в коррекционной школе, и естественно, что есть определенные проблемы социализации, но тем не менее ребенок социализируется. И вот смотрите. Когда ей было 3,5 года, ребенок пришел, привели ее ко мне на консультацию. Это был типичный ребенок с тяжелой формой вот того синдрома Таннера, который, ну, собственно говоря, является типичным аутизмом. Но что поразило? Вот мы говорим с вами о речи, да? У 3,5-летнего ребенка абсолютно не было никаких дефектов речи. Огромный словарный запас и быстрое повторение любых трудных слов и предложений. Ну, понятно, что это эхолалия. Понятно, что это эхолалия. Но, тем не менее, меня это поразило, потому что я даже у нормально развивающихся детей не слышала этого. Но речь не используется совершенно для того, чтобы общаться или высказывать свои потребности. И даже мама, с которой у нее, в принципе, контакты налажены, она не контачит. Понимаете, в чем дело? Словами я имею в виду. Она маму толкает, потому что ей что-то надо.
Ну и вот здесь видите, как подтипы. Интеллектуальное развитие без нарушения функционального языка, мягкие нарушения, нарушения есть, без интеллектуального развития и так далее. Дело в том, что вот это ошибочное мнение о том, что дети с аутизмом, они талантливы, они гении, это неправильно. И нельзя так делать. Почему? Да потому что в этом случае упускается то время, когда возможна социализация, достаточно серьезная социализация. Вы слышали, наверное, такой термин «многофункциональные аутисты». Многофункциональный аутизм. То есть, да, интеллект развивается, но понимаете, в чем дело? Они не формируют в целом цепочку вот эту талантливости, которая позволяет им использовать свои способности в социуме. Да, они быстро считают, да, они быстро читают, да, они могут перемножать 3-5-значные числа мгновенно, но применение этого, вот у него великолепные математические способности. У него нет математических способностей, понимаете? У него есть способности к быстрому счету, только часть. Потому что человек, у которого есть математические способности, он, может быть, и не будет считать достаточно быстро в уме, но достаточно быстро по какой-нибудь формуле все это быстро рассчитает. То есть вот в этом плане. Значит, отсюда видно, что это триада: интеллект, язык, использование языка. Внимательно, я вам всегда рекомендую внимательно смотреть, кем бы вы ни были, педагогом, психологом, но психологи обязательно, воспитатель, для общего развития посмотрите, потому что особенно воспитатели, педагоги детских садов, дело в том, что они сталкиваются с этим ну, в начальных этапах, тогда, когда родители еще категорически этому сопротивляются. Почему формируется у нас в обществе вот такая категория людей, детей сначала, ну и естественно, что так как это мы говорим о наследстве предрасположено, о поломке генетической X-хромосомы и так далее, то есть здесь есть генетически определенный фактор, но который пока мы четко выявить не можем, потому что это незначительно. Но в принципе, если мы будем говорить о физиологической основе вот этих наследственных проблем, генетических мутаций и так далее, это нарушение взаимодействия левого и правого полушария. То есть нет вот возможности у мозга создавать вот эти ассоциативные связи. Вот сейчас, видите, очень модно. Левое полушарное рисование, синхронизация правого и левого полушария. Вот у них это достаточно проблематично. Почему? Ну, еще раз говорю, что на данном этапе мы не можем выявить, а так как это связано с поломкой генов определенных, то, конечно же, исправить полностью мы не можем. Но существует масса методов, которые нам позволят улучшить социализацию. Мы опять же будем возвращаться все время к социализации. Это может быть любое осложнение в течение беременности или родов. Мы много с вами говорили, внутриутробные инфекции, чем раньше, тем хуже, гипоксия хроническая, связанная со многими факторами, это тоже может быть. Наличие хронических заболеваний у мамы, это связанные проблемы во время родов, ранние заболевания и так далее. Ну и вот видите, некоторые заболевания написаны. Дело в том, что аутистические проявления или атипичный аутизм по классификации наблюдается на фоне различных заболеваний. Это могут быть и генетические, как фенилкетонурия, например, так и эпилепсия различного генеза, это могут быть различные инфекции и так далее, тому подобное. То есть их достаточно много, и, естественно, мы не будем забывать с вами о том, что это еще как фактор очень серьезный, это, естественно, психотравмирующие различные ситуации, потому что в раннем возрасте, когда нет осознания еще, ребенок пугается. У меня, к сожалению, у моих знакомых сейчас мы, в общем-то, выправляем, он перешел уже в 8 класс,
но проблемы были очень серьезные. То есть диагноз аутизма ему был выставлен. Проблемы, как фактор, который повлиял, ну, во всяком случае, мы так все расценили. У него в полтора года была операция крыши двухсторонней под общим наркозом в течение полутора часов. Ну, вот и после этого как будто бы ребенок стал другим. Ну, мама так отмечала, мама очень внимательная. И нам потребовалось не один год для того, чтобы ребенка, вот эти все симптомы, которые у него практически сразу же после операции, после выхода из наркоза стали проявляться, нам потребовалось очень много. Ребенок был тяжелый. Сейчас хорошо, учится хорошо, но проявление аутизма, конечно же, есть. Какие вот сейчас мы с вами будем разбирать их. Вот это хорошая схемка, мы тратить на нее время не будем, это как раз вот эти биомедицинские расстройства, которые влияют и которые сопровождают аутизм. Посмотрите внимательно, в общем-то здесь написано достаточно доступно, медицинские хоть есть термины, но тем не менее, тратить время я не буду. Следующее. Так. Ну и первые симптомы, давайте внимательно рассмотрим, что же, на что должны родители обратить внимание, что появляется, что. Причем это до года. Не смотрим в глаза близким людям. Ну и давайте, когда ребенок начинает смотреть на близкого человека, отвечает на его улыбки, улыбается сам, агукает при этом. Ну, как правило, мы будем говорить это, начиная в возрасте 1-2 месяцев и далее. Если этого не происходит, родители должны забить тревогу. Что-то не то. Это не обязательно аутизм, но в любом случае это какая-то проблема физиологического плана, органика какая-то, которая мешает ребенку формировать то, что он должен формировать. Когда начинает он отвлекаться на свое имя? Ну, у каждого из детей по-разному, да? Но в любом случае к 6 месяцам он точно знает свое имя. И что сделает он, когда услышит свое имя? Повернется к тому, кто его зовет. Игрушку, когда он начинает? Но опять же, где-то в возрасте 1-2 месяцев происходит то, что происходит очень интересно. Игрушки вывешиваются, и он начинает смотреть на них, беспорядочно пока стукая по ним, выражая какие-то эмоции свои голосом, движением руками, ногами, смеется, улыбается и так далее. Постарше становясь, он начинает указывать пальцем на то, что ему необходимо. На игрушку показывает, которая стоит где-то в другом месте. Или еще старше становится, мама говорит, где Мишка пушистый? Он тут же показывает пальчиком, что Мишка пушистый стоит там. Постарше что? Где Мишка пушистый? Он ножками бежит к этому Мишке и приносит его. Не следует глазами за жестами. Мы все говорим, это в течение первого года, даже первого полугодия жизни уже должно. Ну и, естественно, с какого возраста он просится на руки-то? Что такое просится на руки? Протягивает ручки, изображает голосом все, что все, он лежать уже не может. Ой-ой-ой, ай-ой-ой, возьмите меня быстрее, мне тут скучно, я тут не могу, мне уже плохо. Ну и обниматься и целоваться, когда он начинает, ну где-то тоже ближе к полугоду, ну как целуется? Кусать может, обнимать как-то может, достать за щеки хватать, за нос, за ушки хватать. То есть он взаимодействует. Но этого, если нет, то это первые симптомы расстройств вот этого спектра. Ну и вот здесь вот тоже картинки я интересные нашла, посмотрите они, в общем-то, выйдите. Вот. И, естественно, вот признаки аутизма первые, которые возникают. Ну, смотрите, отсутствие речи, гиперактивность или пассивность. Поэтому вот эта радость. Ну, что вы, он просто активный, он просто быстро бегает, быстро что-то делает и так далее. Нет.
Он должен знать, что такое движение и что такое остановиться в этом движении. Ребенок все это должен сформировать. Странное отношение к предметам. Что мы отнесем к странному отношению предмета? Вот мне вчера студенты задали вопрос, а что такое странное отношение к предметам? Он же познает мир, он же все хватает, все в рот. Но дело в том, что ребенок достаточно быстро формирует, когда берет какую-то неправильную вещь в рот, ему мама или папа или близкие говорят, что не надо, и он через несколько повторений перестает это делать. Здесь, к сожалению, идет настойчивое вот это отношение, ну, что что-то берет в рот неправильно. Понимаете? Ну вот у меня у знакомых сын, когда маленький рос, он, у него, к сожалению, аутистические проявления до сих пор сохранились, он взрослый человек, но достаточно такие, очень в легкой форме. Он разрывал газету, раскладывал все по, вот видите, вот это стереотипии поведения, раскладывал кусочки перед собой, и эти кусочки для него были очень важны, он смотрел, ему было интересно и так далее. То есть вот так вот получалось. Вот поэтому тоже мы должны обратить внимание. Игрушки не по назначению. Что такое не по назначению? То есть раскладывают в линеечку. В линеечку. Вот просто. У меня бывает, когда дети на консультации, фломастеры очень много, игрушек мелких. И вот они начинают, как паровозик, все это складывать. Причем это не паровозик, они не играют. Они просто раскладывают. Все. Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам. Они очень не любят или совершенно практически не реагируют на что? На то, что у них вокруг достаточно шумно. Или реагируют очень сильно на даже очень слабые звуки. Или на какие-то определенные звуки. Изменения категорически. Если вот вы работали с такими детьми, видели таких детей или работали уже как психологи, то вы прекрасно понимаете, что любое изменение – это катастрофа для этого ребенка, это шум, плач и так далее. То есть здесь нужно быть очень внимательным, не провоцировать ребенка на эти действия, которые усугублять будут дезадаптацию, и очень часто вот то, что вы накопите в процессе общения, реабилитации, адаптации ребенка, очень серьезно придется начинать практически сначала. Беспричинные эмоциональные реакции, абсолютно просто сидит, плачет, не выясняя почему. Не выяснить почему невозможно. Ну, по поводу общего языка, естественно, что он хочет играть, часто очень, он наоборот лезет. Вот Лиза, она шла к деткам, но она не знала, зачем она идет. Вот она вставала просто рядом с ними, улыбалась, очень хорошенькая девочка, с потрясающей абсолютно улыбкой. Ей было, она проявляла заинтересованность, но она не знала, что делать. Она вот просто стояла, мило улыбалась, и детки на нее реагировали очень хорошо, потому что, еще раз говорю, она очень милый, тихий, спокойный ребенок. Они звали ее, а она убегала сразу же к маме, естественно. То есть детки не понимали, почему. Ну и так как логическое мышление, в принципе, даже без нарушения, мы с вами сказали, что нет вот этих логических функций, закономерно возникающих одна за другой, то осознание опасности, то есть предвидения у них нет, к сожалению. Так, вот здесь Оксана Антонова прислала нам, но я только вопрос, что делать? С первого класса, ну, в седьмом классе, что вы сделаете? Здесь необходима психиатрия, то есть здесь необходимо заниматься, и почему он учится по общеобразовательной программе, это вопрос к психологу. Надо было с родителями серьезно поговорить. Ну и прежде всего, конечно, это вопрос к родителям. В седьмом классе это диагноз. Какой диагноз? Говорить об аутизме или говорить о слабоумии? Как таковом мы не можем, абсолютно не можем, потому что время уже прошло. Первые симптомы расстройств. Ну, вот то, что мы с вами уже посмотрели, да, более развернуто вот таким образом я вам показала.
Ну и от года до трех. Почему я вот эти два периода всегда выделяются? Ну, потому что самые сложные формы аутистических расстройств, они как раз формируются до 3 лет. Понимаете? Поэтому, естественно, что чем раньше мы выявим эти симптомы, тем быстрее мы начнем коррекции. Почему у Лизы, несмотря на трудности ее состояния, тяжести ее состояния, почему адаптация состоялась? Достаточная адаптация. Потому что мама достаточно рано ее привела. Она приняла своего ребенка, потому что я сказала, что с таким ребенком заниматься специалисту сложно, потому что нужно устанавливать очень долго контакт. И контакта у нас полного с ней не было. У нее был контакт с тем местом, куда она приходила на занятия. Она чувствовала себя как дома. И вот я когда читала предыдущие, в прошлом году вот на эту тему, я говорила, что когда они пришли уже через год после того, как мы закончили занятия, она пошла в детский сад, и у них просто не было времени. Ну, они соскучились и пришли. Она шла по дороге, запомнила очень хорошо, и ушла в игровую комнату, и что-то через 10-15 минут там стало тихо. Я говорю, слушай, я заглянула тихонечко, я говорю, ты знаешь, она, по-моему, спит в бассейне. И она действительно в бассейне, в эти шарики зарылась, и ребенок у нас очень долго спал. То есть ребенок чувствовал себя комфортно. У нас контакта с ней не было. Вот они выборочно очень, понимаете, очень. Потому что когда ко мне пришла моя студентка, которая уже на тот момент работала психологом в детском саду, и она с этими детками занималась уже несколько лет целенаправленно. У меня это консультирование. Я с ними целенаправленно занимаюсь достаточно, ну, для такого полного погружения редко. И Лиза сразу же ее восприняла. Сразу же. Они играли в песочнице. Ну, как опять же играли. Она переставляла, но она не испугалась незнакомого совершенно человека. Дала ей руку, и они вдвоем ушли в соседнюю игровую комнату. Понимаете, какая ситуация? Прививки могут спровоцировать. Дело в том, что да, какой-то процент определенных осложнений спровоцировать именно раз сложно сказать, потому что процент осложнений при вакцинации, он небольшой, при большом массиве, понимаете, в чем дело? Поэтому отказываться, например, от прививок, мотивируя тем, что может спровоцировать аутистическое расстройство, но это как-то необоснованно, скажем так, нет, не имеет под собой научной базы. Ну, предположить можно все, что угодно, абсолютно. Но именно говорить, что они спровоцируют, нет, абсолютно нет. Поэтому, когда родители, вот, ребенку сделали прививку, причем прививка ревакцинация, например, уже была. Ну, сложно, сложно, потому что не надо прививки, а вот если ребенок заболеет коклюшем или корью, ну, шансы получить осложнение у него очень-очень много, потому что это те заболевания инфекционные, которые ведут за собой массу всяких осложнений. Хвостиком таким, понимаете? Ну и диагностика, раз мы начали с медицинских аспектов, то естественно, что это очень серьезные исследования, должны заниматься нейрофизиологи, психофизиологи, и естественно, что наблюдение за этим ребенком достаточно длительное время. Почему консультация узких специалистов? Потому что мы должны с вами понять, нет ли там проблем со слухом, нет ли проблем со зрением определенных. Потому что вот был случай, когда две близняшки, сестренки, одна очень активная, а вот та, которая более пассивная, она наоборот наиболее, как говорится, умненькая, скажем так, любим мы таких деток, да, но почему-то ей приходилось объяснять. Вот она сидит и слушает очень внимательно, но не начинает делать. И так как это была внучка нашей сотрудницы, я говорю, Любовь Николаевна, обрати внимание, что-то не то. Да нет, все нормально, все проверяли. Ну, мы не верить не можем, но все равно это как-то было тревожно достаточно. Потом через несколько лет выявилось, что ребенок оказывается тугоухий.
На одно ухо у нее первая степень, на второе ухо у нее третья степень. И ребенок просто не дослышивал. Как только поставили слуховые аппараты, все, проблемы сразу прекратились. Поэтому, то есть ребенок стал... Но не будем забывать, что за эти несколько лет у ребенка уже возникли проблемы. Понимаете, уже какие-то пробелы в педагогической деятельности, в развитии психических функций. Все время не забываем о сенситивных периодах. Ну и формы заболевания, так как психиатрия все-таки это умственная отсталость и нет умственной отсталости. Ну и вот статистика очень такая плачевная. Мальчики болеют 2-5 раз чаще, чем девочки. Почему 2-5 раз? Потому что статистика такая приблизительная, в разных странах это по-разному. Не будем забывать еще о аутистических способностях, особенностях характера. Понимаете? То есть, соответственно, итальянцы, когда их слушаешь, да, такое ощущение, что они все время ругаются. Нет, это такой язык, такой темперамент. Или северные народы, которые говорят достаточно медленно, спокойно и лишних слов особенно тратить не будет. Поэтому сюда, может быть, по статистике войти это. Ну и вот смотрите, три самых главных диагностических показателя. Отсутствие стремления к социальному взаимодействию, нетипичное или проблемное общение ребенка со взрослыми и детьми, ограниченность круга интересов и стереотипность действий. Вот что, собственно говоря, является наиболее важными, серьезными вот такими. Я вам еще здесь привела характеристику 4 групп, которые раскрывают клиническую картину. Останавливаться не буду, потому что времени у нас не так много, но я включила презентацию, чтобы вы посмотрели и знали, как, если вам захочется более подробно все-таки изучать, потому что литературу вы прекрасно понимаете, за час я даже обзор литературы вам не могу сделать, потому что ее достаточно много. Ну вот она у вас будет. Вторая группа, третья группа и четвертая группа. Ну и есть типичные, то, что характерно для всех. Ну, есть еще, я вот, если возникнет желание, я вас попрошу, отметьте немножечко, ну, хотя бы несколько человек, интересна вам эта тема будет или неинтересна. Возрастные особенности формирования аутизма. Я нашла очень много материалов и собственное наблюдение, очень интересно. Если это будет интересно, просто напишите, да, давайте... Что, потому что тем очень много, которые мы с вами не раскрывали. Ну и смотрите, расстройство при налаживании социальных контактов. Одиночество, а другие хотят общения, но не знают, как общаться. Как общаются обычные маленькие дети? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас внучке 2 года, как она общается? Что-то забрали, что-то поменяли, чем-то угостили, песочком друг друга сверху посыпали. Общение. Это общение. То есть формируется общение, да? Вот, поэтому, естественно, что ребенок с аутистическими проявлениями не сможет так сделать. Вот как я вам сказала, как Лиза, она подходила, но не как? Она не знала, как это делается. Просто не знала, действительно. Но я говорю, спасала нас. Все, спасибо. Я поняла, что тема интересная. Спасибо большое. Вот. И, естественно, что вот этот милый ребенок, очаровательная, очень очаровательная девочка, ее не обижали. Ее не обижали. И потом уже, когда она стала постарше, она разрешала, когда на качельки сажали ее, она разрешала какой-то девочке или мальчику покачать ее без реакции. Вот понимаете, мы сейчас говорим о процессе социализации тяжело больного ребенка. Это болезнь, к сожалению. Но некоторые говорят, что это состояние. Да, ну пусть будет состояние. Но дело в том, что из этого состояния мы потихонечку ее вытаскивали. Я всегда привожу пример. Что такое аутизм? Вот я люблю вот какие-то образы художественные. Ну что такое аутизм? Это домик, в котором без окон, без дверей, без трубы сидит ребенок, который развивается. Они развиваются. Но информация ни к нему не поступает или поступает через маленькую щелочку.
и он не может, тоже информация поступает через эту щелочку. А обычный ребенок это что такое? Это тот же самый домик, у которого все распахнуто. Приходите, пожалуйста, ко мне, всех пущу, со всеми познакомлюсь и так далее. Согласны? То есть действительно вот это так. Ну, смотрите, речевая функция. Лиза формулировать свои мысли не могла. Но в 3,5 года, от 3,5 до 4, мы практически только занимались логическими игрушками. Любая логическая игрушка, без объяснений, просто мы клали коробочку постепенно. Одну, вторую давала домой, и она потом, она не хотела расставаться с этой коробочкой, с этой игрой. И буквально через 5-10 минут, не прибегая к нашей помощи, Лиза выкладывала вот эти все рисунки, как они должны лежать, в какой логической последовательности и так далее. Но сформулировать мысль, опять же, речь не использовалась. Но при этом, когда она раскладывала вот эту игру, ну, по цветам, например, там, классификации дальше. То есть она по возрасту опережала существенно в этом плане своих сверстников. Она, эхолалия у нее была. Потрясающе. Вот, то есть мы говорили, и как только новое слово проскальзывало в нашей с мамой речи, мы потом, когда это поняли, мы стали использовать для накопления словарного запаса все новые и новые слова, то есть синонимы. Для чего? Ну, для того, чтобы у Лизы словарный запас накапливался. Лиза с первого раза повторяла абсолютно все. И вот смотрите, очень интересно, я взяла из этой книги Гилберга пример. Как странно язык, странный ли он, если мы с вами задумаемся, мы говорим, они странные, а странные, может быть, мы не понимаем, может быть, мы странные. Стефану 7 лет. Когда его отец открывает дверь в туалет, ребенок говорит, грязный маленький мальчик, плохое воспитание или странный язык. А теперь смотрите, если проанализировать, откуда у ребенка, у Стефана, появилась эта фраза. Несколько лет назад, когда он был еще маленьким, отец рассердился, когда от мальчика плохо пахло, когда он уже непонятно в какой раз обмочился. Ну, социальные навыки формируются, как любая социализация начинается с навыков, так ведь? А у него навыки не было. То есть он писался в штанишки. Отец отвел его в туалет рассерженный, открыл дверь и сказал, грязный маленький мальчик. Когда мальчик теперь идет в туалет, он повторяет эту фразу. Что обозначает эта фраза? Ну, для нас она буквально, да, грязный маленький мальчик. Но для ребенка... это туалет. То есть у него ассоциация четко с этой фразой – это туалет. Он идет в туалет. Когда мальчик видит дверь на чердак, то говорит, а сейчас мы собираемся есть джем из ременя. Почему возникла эта ассоциация ли это или что это? Возможно, когда он видел дверь на чердак, кто-то сказал эту фразу. И эта фраза четко запечатлелась в мозгу маленького мальчика, как ассоциация. Вот он и говорит. А когда звуковую аппаратуру он видит, он говорит, оставь это в покое, ты только сломаешь. Кто произнес эту фразу? Взрослые. У него ассоциация возникла с этой звуковой аппаратурой. Понимаете, если внимательно прислушиваться к тому, что произносят эти люди, мы можем налаживать этот контакт. Потому что у них свой язык, но мы должны понимать этот язык. Эмоциональная холодность. Мы об этом уже с вами говорили. К сожалению, чем они становятся старше, чем выраженнее само состояние, тем, естественно, что эмоциональная холодность будет проявляться. Негибкое мышление. Все-таки талантливость, приспособленность и все прочее. Это зависит от того, как использовать. Ну, вы знаете, психологи, есть очень много тестов, которые основаны именно на этом. Из какого-то зигзага нарисовать какую-то фигурку и так далее, и так далее. То есть гибкость мышления. Или как использовать прищепку. Развитие мышления именно воображение. Раздражительность. Об этом мы тоже с вами сказали. Сенсорное нарушение. Видите, то есть, опять же, сенсорные нарушения в большей степени связаны из-за того, что
они, вот эти сенсорная информация, вся, которая поступает, она разрозненная. Потому что, вот смотрите, мы говорим, например, одно полушарие у нас говорит о форме, а другое говорит, классифицирует эти два предмета. Яблоко и апельсин, круглые-круглые. Но они что при этом? Фрукты. Круглого там много, но и фруктов много. И не все фрукты круглые. И не все фрукты яблоко и апельсин. Поэтому нужна информация, любая информация, она должна между собой соотноситься прежде всего и так далее. Так, с какого возраста можно увидеть проблему? Ну, я вам только что приводила, и, может быть, вы опоздали, Татьяна, но дело в том, что выше там показано практически с первых месяцев жизни что-то мы можем заметить. Но вообще очень ярко начинают проявляться симптомы, если это действительно заболевание, а как аутизм, детский аутизм, то ближе к году. Но обращать внимание мы должны начинать с вами с рождения. Посмотрите, пожалуйста, запись эфира идет, она будет на Ютубе, пожалуйста, все это. Вы, наверное, опоздали, поэтому информация вначале, я думаю, что администратор вам потом дополнит это. Ну и смотрите, последствия-то какие? Обучение. Эти дети, к сожалению, родители приводят их в общеобразовательную школу. Он будет учиться в обычной школе. Дело не в том, что он будет учиться в обычной школе. Он может даже по программе, которая значительно труднее, обширнее, чем в общеобразовательной школе. Но ему необходимы особые условия. Он гиперчувствителен, он эмоции неадекватно проявляет, ему нужен совершенно другой режим, у него есть стереотипии, которые пока он не повторит как ритуал, он не успокоится, понимаете? В общеобразовательной школе создать ему эти условия невозможно. То есть ребенка ставят в такие сложнейшие условия, что иногда ну, ребенок отказывается, формирует психосоматику в том числе, и ну, становится очень тяжело больным человеком. Ну и потом, видите, во взрослой жизни семья, профессиональный выбор и так далее. Ну и вот это то, что специфические расстройства развития речи и глубокая умственная отсталость. Это если мы говорим, если мы не будем формировать все это. Ну и вот смотрите, очень интересно, вопросы задавайте, пожалуйста, а то время к концу уже, если есть. Ну и вот очень интересное направление работы, прикладной анализ поведения, и на основе этого анализа определение факторов, которые влияют на... Вот здесь, понимаете, здесь невозможно. Вот мне спрашивают, а программу как создать? А программа у вас будет индивидуально. Вы сначала будете изучать, как мы изучали Лизу почти год. Формировали различные способы, проверяли их, что подойдет, что не подойдет, что менее травмирует ребенка, что вообще не травмирует и позволяет нам ну, сделать то, что мы, собственно говоря, собирались сделать. Поэтому это долгий очень процесс, и программа только индивидуальна. И, естественно, желательно не менять специалиста, то есть специалист будет работать с ребенком достаточно долго. С Лизой мы работали почти 5 лет. То есть серьезно достаточно, и, честно говоря, я ну, так, довольна достаточно то, что мы сделали, и дальше, как девочка идет. Ну и потом, естественно, что если факторы мы с вами выявили, мы можем их положительные, мы можем их включить и развивать дальше. Если они тормозят или травмируют ребенка, то мы исключаем. Ну и, соответственно, какой фактор больше будет влиять на ребенка, на его развитие, именно для той цели, которую мы перед собой поставили. Понимаете, здесь очень гибкие, очень тонкие такие нюансы, которые есть. Ну и вот смотрите, пожалуйста, вот как раз это ABA-терапия, что тут и как. Но литературы достаточно много. Есть центры, которые именно практикуют эту терапию, анализ поведенческий. И я думаю, что те, кто серьезно работает, возможно, используете вы у себя в работе,
полностью или частично, поэтому, конечно, я думаю, что вам будет интересно тоже посмотреть. Так, ну вот вопросы опять вы не туда отправили, ну хорошо, сейчас я по чату посмотрю. Может ли ребенок вообще никогда не начать говорить? А как может, есть формы мутизма различные, надо выяснять, почему 6 лет. И дело в том, что а почему логопед, почему не психиатр? Ребенок 3 года не разговаривает, логопеду рано вести, но пора вести к психиатру. Почему ребенок не говорит? Поэтому логопед тратит свое время, тратит время ребенка для развития. Ну и надо смотреть, интеллектуальная недостаточность, мутизм, органическое повреждение головного мозга, может быть, все что угодно. Пожалуйста. Так, если у ребенка нет речи, она может появиться позже. Вы имеете в виду, Ирина, наверное, именно ребенка с аутизмом, да? Но дело в том, что эхолаль в виде эхолалии, если долго не появляется, ну, в принципе, они к 3 годам начинают проявлять эхолалию. Я еще раз вам говорю, все-таки такого обширного материала для того, чтобы... Очень сложно сказать. Поэтому нужно смотреть ребенка уже непосредственно. Почему я говорю, чем вот вы говорите, 6 лет не умеет говорить. Так а что 3 года это делали? 3 года нет речи, катастрофа, бегом. Выясняйте, к неврологу. Прежде всего, потому что сосудистые. Если сейчас в 2-3 выявлена какая-то проблема неврологического плана, именно неврал со стороны центральной нервной системы, то, в принципе, реабилитировать ребенка, адаптировать, как хотите, можно через 1,5-2 года. А ждать это невозможно. Так, ну, здесь больше вопросов нет. Еще вот 2 вопроса. Сейчас посмотрим мы с вами. Сенсомоторная интеграция. Ну, это отдельный вопрос. Сенсомоторная интеграция. Это ну, в рамках сейчас уже 5 минут, 4 я вам не могу. Нужно было чуть-чуть пораньше вам задать этот вопрос. Я бы немножечко его раскрыла. Умственная отсталость. Здесь, конечно, Ирина Фетимова задает вопрос, возможен ли прогресс у данных детей, если у них еще умственная отсталость. А прогноз сомнительный. Прогресс, конечно, будет, но прогноз не очень. Прогресс бывает у всех. Вы прекрасно понимаете, что только ребенок с формой, тяжелой формой умственной отсталости и идиотии, к сожалению, у него никак. А при чем тут безглютеновая, безказеиновая диета? Я понимаю, что вы знаете, что я врач, но я не диетолог. Я просто-напросто, понимаете, как я купила безглютеновые макароны и сказала, извините, я за такую сумму, у меня сам глютен начнет вырабатываться. Нет, дело в том, что диета в чем? Для чего эта диета? Есть аллергия. Определенная непереносимость, не аллергия, а непереносимость. Но дело в том, что это совершенно другое. Это диета для специальная диета для больных детей. Поэтому для чего она результативна? Если фенилкетонурия, мы не уберем из рациона ребенка продукты, содержащие фенилаланин, то ребенок у нас году будет идиотом. Результативно? Ну, конечно, если мы уберем только фенилаланин. Да, конечно, там продуктов остается очень мало, но тем не менее, таких заболеваний очень много. Значит, если мы удалили эти различные составляющие, то, конечно, результат будет. Но для чего она результативна? Вы спрашиваете, насколько она результативна? При фенилкетонурии без фенилаланина 100% результативна. Ребенок развивается нормально. Как только начали, начинают кетоновые тела образовываться, и почечные недостаточности развиваются. Поэтому вот здесь вот. Так, Мария Пенина. Ребенок 3 года говорит много, но на своем языке. На имя реагирует, но не любит общаться с чужими. Может ли быть это аутизмом? Любит смотреть на часы, как зависает. Ну, этих данных недостаточно для того, чтобы говорить о том, что у него аутизм. То, что в 3 года говорит он неправильно, скажем так. Обратите внимание, прежде всего, как с ним разговаривают родители.
Много ли они с ним разговаривают нормальным языком, или он сидит все время и слушает вот это переводы, вот эти невероятные эти мультики. Вполне возможно, что это язык мультяшный, абсолютно, а взрослые с ним не говорят. А по поводу аутизма этого недостаточно, то есть говорить об аутизме нет. Если сейчас еще раз я посмотрю, если вопросов нет, то мы будем... Так. Остеопатия при чем помогает? При чем? Вот вы задаете вопрос, при чем помогает остеопатия? И потом, что такое остеопатия? Я врач. Такой специальности остеопат в медицине нет. Извините, я традиционный врач. Поэтому по поводу того, давать своего ребенка человеку, который заявил о том, что он остеопат, не имеет медицинского образования, и смотреть, как твоего ребенка вытягивают, ломают, и сломают ли они позвоночник или нет, ну, это как-то несерьезно. Добрый день. У ребенка все признаки аутистического расстройства, но диагноз поставили другой. ЗПР. Ребенок кусает без какой-либо причины всех детей. Ну, вы выбираете не информационные какие-то симптомы, Наталь, поэтому сложно сказать. Какие признаки? Вот если бы вы перечислили признаки, я бы вам сказал, что диагноз, ну, вопрос. Ну, а потом задержка психического развития у детей с аутизмом, она присутствует. Что делать с мамой, если она просто сплавляет ребенка в детский сад без помощи специалистов? Работа с мамой, административный ресурс, я повторяла вам уже. Категория родителей – это жуткая категория, жуткая, с которой работать очень сложно. К нам в сад пришел такой ребенок, при котором при этом ребенок написался в норме. А педиатр написала задержка психического и речевого развития. Ну какой такой? Сколько ребенку лет? Вот вы задаете вопросы, на которые мне очень сложно ответить, потому что такой какой? Аутизм направо-налево мы ставить не можем. Почему по МПК не ставят диагноз расстройства аутистического расстройства? Явные признаки, но по комиссии ЗПР. Дело в том, что задержка психического развития тоже имеет. Здесь, понимаете, есть критерии, это комиссия. И если рассматривать дальше медицинские аспекты, именно в плане диагностики, вот классификацию, почему я вам и дала классификацию, то есть там проверяется триада, должна быть полная триада. Конечно же, в раннем возрасте, например, адаптацию, социализацию оценить достаточно сложно. Поэтому обычно, поэтому и ставят задержку психического развития, потому что она задержкой, она и присутствует. Ребенку 2 года только лепит. Почему? Почему? Вот опять же, по той же схеме родители... Логопед определяют и так далее. Ребенку 6,5 лет. Да, нет. А как интеллект вы определили, что он сохранен? Ольга, как вы определили ребенку без речи 6,5 лет, что интеллект у него сохранен? У него интеллект не сохранен. У него проблема с интеллектом. Потому что речь является составляющей интеллектуального коэффициента. Это только так. С логопедом зачем? Зачем с логопедом заниматься, если прогресса никакого нет? 3 года. Ребенку было 3 года, когда он пришел. Мы, воспитатели, сразу поняли, что у него раз. Ну, вы, может быть, и поняли, но симптомы, Людмила, вы тут не выложили. Так, что-то вы на вопросы вас пробило. Какие аминокислоты влияют? На что? Светлана, на что аминокислоты влияют? Вы пытаетесь мне про БАД спросить, но это не ко мне. Я тратить, извините, на это время нет. С какого возраста коррекция будет неэффективна? Коррекция Армана, она всегда будет необходима. Но насколько она будет эффективна, это вопрос. Чем раньше, я все время повторяю, чем раньше мы выявили, тем больше у нас будет прогресса. Эффект, он, вы знаете, вот особенно при аутизме эффект виден через несколько лет только. То есть мы сравниваем ребенка с самим ребенком. Здесь сравнение с нормальностью невозможно. Почему пока не ставят диагноз? Ну, это вот я уже ответила, Ольга. Так, ну,
Здесь еще один, значит, посмотрите вот эту книжечку. Хорошая, интересная книжечка. Конечно, она, ну, медицинская, но есть педагогический аспект. Если кого-то эта тема интересует больше, пожалуйста, обратите внимание. Ну, я вам один из сайтов, такие медицинские достаточно. Вот, конечно, лучше брать литературу. Литература по аутизму много, но, пожалуйста, без аминокислот и всего прочего. Потому что биологические добавки – это только биологические добавки. Витамины, кстати, являются тоже биологическими добавками, но не лекарственными препаратами. Ну, у меня все, скачаете все, что необходимо вам. Так. Так что вот, пожалуйста. Значит, по поводу возрастных особенностей аутизма я поняла. Ну, будем готовить тогда. Спасибо вам большое. До следующей встречи в октябре. Следите за анонсами. Ну вот, что-то вас на вопросы прям. Так, спасибо, ладно. Спасибо вам большое, коллеги. До свидания.